Мен Дария Айтбас қызы, сүйегім Дәулет, Дәулет ішінде ұзақ. Я Дария Айтбасовна Садақбаева. У нас в семье было шестеро детей. Отец воевал, со ссылки его увезли на войну. Моя мать очень долго работала в колхозе, кем только не работала. Но всех нас поставила на ноги, вырастила. Дала образование. Ну, в сентябре в прошлом году попали мы всей семьей под аварию. Ехал монголец, уснул и под нашу машину, и мы на газели перевернулись 13 человек. Самое тяжелое была я. У меня сломано было 3 места. Вот. Таз, да, и седалищная кость сломана. И я всю зиму 9 месяцев пролежала дома. Сильно болели кости, вот и рука. В общем, вся левая сторона у меня. Я под машиной осталась. Каким-то чудом осталась жива. Наверное, мне Бог помог. И вот всю зиму лежала, думала, как бы мне попасть в это священное место, где вот я могу. Но думала, мечтала, просила, чтобы попасть в это место, подлечиться и, конечно же, продолжить свою жизнь. Прежде всего, я, конечно, думала сразу приехать в Новолуние, но продукты питания покупаем, купили, барана зарезали, все сделали, потому что здесь жить. Ну и, как помню, мне рассказывала мать Сережи, что здесь это священное место, хозяйка этого источника, красивая женщина, духка якобы, красивая женщина, ей нужно преподносить все блестящие бусы, допустим, пуговицы. Зная обряд, нужно обязательно сделать. Ну, не знала бы, она бы меня простила. Но знала, и я положила санг. Санг – это когда туда ложат артыш, можжевельник. Можжевельник туда ложат. Масло, вот то, что мы привезли кушать, от всего немножечко ложим и зажигаем вот где там священное место, где висят вот эти материалчики, она называется, как она сейчас, Илю. Илю, вот там все это мы обряд сделали, молоко бросили в 4 стороны, поклонились, чтобы дал здоровье, эта женщина дала. И уже начинаем пить. Пока к каждый источник подходим, кидаем бусы, кланяемся и по глотку вот так обходим. И вот обходим вот этот весь круг. Там есть камень от болезни спины, от сердца, от головы, женской болезни, от геморроя. И вот весь этот мы обряд делаем, обходим и приходим снова, откуда начали, и снова приходим туда, откуда начали, и домой. Затем мы, чуть отдохнув, идем на радоновые ванны.
Здесь, когда приезжают, то приезжают с семьями, приезжают с детьми, с друзьями приезжают. Тогда уже все как бы становятся единой семьей. Как бы вот мы друг друга не знаем, мы уже знакомимся, мы с ними очень в добродушных отношениях. Мы ни с кем никого не жалко. Мы говорим, это земля Бога, ради Бога купайтесь, все делайте, только не сорите, голову там не мойте, не мойтесь, грязь сюда не вываливайте, все за собой ухаживать. И мы как бы становимся единой семьей, все это делаем и за собой все это убираем, знакомимся с другими людьми, приглашаем в гости, чай пьем, но в добродушных отношениях, чтобы здесь ничего не должно быть плохого, все должно быть хорошим, на высшем уровне, как бы столько с хорошими намерениями, с хорошими мыслями мы должны здесь провести вот эти 3 дня, 5 дней, 7 дней. Ну, это нельзя. Такое святое место, что вообще шуметь, нельзя, петь нельзя. Только вот полечились, лежать, отдыхать. Вот это все самое надо убирать. Здесь только идет очищение. Рыбу ловить нельзя. Да, очищение идет организма, начиная с мозгов, кончая все больные места. Поэтому нужно только отдыхать, есть, пить и лежать. Пошла, обошла, всегда нужно говорить хорошие благодарственные слова, и что вот дай Бог, вот, чтобы все было. Ну ты ходила хоть по всем камням? Конечно, когда ходила. Ага. Вчера она ходили? У нас проводила. Все ходила? Да, все. Я хочу еще туда, где вот камни, вот ноги. Да, ноги. Но не очень. Туда хочу рядом. И где сердце.